Вот сегодня были стихи, потрясающие стихи. Вот я, конечно, после этого слегка стесняюсь того, что я сделал. Вот это была импровизация сегодня ночью в поезде, засыпая, я написал такое стихотворение, не мог как-то без личного отношения обойтись. И вообще, мне кажется, что здесь очень важно именно личное отношение мое. Вот я, знаете, вспомнил какие-то строчки из песен, которые я более-менее помню, и как-то их скомпоновал вот в такую небольшую историю. К сожалению, Эдита сейчас это не услышит, но идея это будет подарена вот, и прочитана завтра с выражением на столе. Итак, как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? Я давно уже смирился с рядовым течением лет. Как бы ни старалось время заострить ее черты, я давно уже не верю в увядание красоты. Утром прозвонит будильник, да и будильник ни к чему. Я давно не доверяю век ее календарю. Я дарю ее бессмертие и врачую им людей, отпуская на концерте вдаль почтовых голубей. Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград. Те, кто музыку не любит, те, кто песням этим чужд, ищут в ней сплетение судеб, избавление от нужд, позволяя ей украдкой проникать в свои сердца, терапии курс тот краткий, возвращаясь без конца, словно самый белый вечер у сплетения звездных рек. Лучше снадобий аптечных, что придумал человек. И пока идут парады, и она про хлеб поет, будет молод тот, кто рядом, будет счастлив тот, кто ждет. Скоро ночь на плечи ляжет, дом окутая ковшом. Нынче правнучка ей скажет: Дита пела хорошо.